Всем привет, народ! Вы, как всегда, на моих YouTube-каналах. Сегодня поговорим о проекте, в котором можно зарабатывать биткоины, эфириумы, лайткоины и другие монеты, криптомонеты, соответственно, и стейблу. Садитесь поудобнее, я начинаю. Сразу перед видео я, как всегда, предупреждаю всех о рисках в инвестициях. Напоминаю, что риски везде всегда присутствуют, что я никогда никого ни к чему не принуждаю. И просто рассказываю, куда лично инвестирую, где зарабатываю и где можно заработать. Входить в проект или нет, решение принимайте только вы сами. Также не забывайте подписываться на все три моих YouTube канала. Первый канал — это Криптомания, второй канал — это Мегабабки, ну а третий канал — это Биткоин Лидер ТВ от Мегабабок. Все ссылочки в описании. Ну а теперь давайте перейдем к проекту. Проект, как вы уже догадались, называется MonadoX. Да, это именно тот проект, в котором можно зарабатывать деньги. После регистрации вам нужно зайти в панелечку кошелек и сделать депозит. Выбираете депозит, после этого вам нужно выбрать сумму инвестирования в долларах, да, вы указываете, и вам автоматически просчитывается, сколько монет вам нужно сделать пополнение. Нажимаем play, делаем проплату, ничего сложного в этом, ребят, нет. Соответственно, вы получаете деньги на баланс. После этого вы заходите в bot.info и выбираете робота, который вам будет приносить доходность. В зависимости от вашей суммы инвестирования вы будете зарабатывать процентное соотношение от 15% в месяц до 150% в месяц. Да, в зависимости от суммы, сумма, как вы видите, можно просчитывать, соответственно, у вас просчитывается, сколько вы будете зарабатывать в час, в день, в неделю, соответственно, в месяц и в 3 месяца. После этого заходим в автотрейд, у вас уже деньги на балансе, соответственно, выбираем ту криптовалюту, через которую вы зашли, и выбираем робота, на который вы хотите. Выбрали робота, да, например, это будет, как у меня сейчас, RST бот. Соответственно, выбираем криптовалюту, через которую вы заходите. У меня это лайткоин. После чего вам нужно выбрать время работы депозита. При этом вы должны учитывать, что деньги начисляются после конца работы депозита. Потому рекомендую использовать либо 1 час, либо 24 часа. Потому что если неделя, то вы в конце недели получите свою прибыль. То есть, если вы, например, уезжаете на неделю, вы хотите закинуть денег, да, тогда можно использовать неделю, месяц, либо же 3 месяца. Но все эти тарифные планы, начисления происходят в конце срока. То есть, через неделю, через месяц или через 3 месяца. Потому я рекомендую использовать 24 часа. Выбрали. После этого вам нужно будет указать сумму, она можно указывать ползунком, либо автоматически пробить. После чего нажимаем старт. И как вы видите, робот начинает торговать. У меня остался один день 7 дней. И соответственно я вам завтра уже покажу вывод с проекта. Да? То есть завтра у меня придет выплата, я ее закажу и соответственно покажу все это вам, на, как говорится, на глазах. Ссылочка на проект будет, ребят, внизу в описании. Также для того, чтобы вы могли спокойненько заработать, да, можно еще использовать партнерскую программу. Есть сейчас задаваемые вопросы, заходим в партнерку. 12% от заработка ваших партнеров вы можете зарабатывать. Заходим в лицо, здесь, как видите, партнеры, и копируете вот эту ссылочку, распространяете, получаете реферальные отчисления. Люди регистрируются, и соответственно вы также будете зарабатывать на этом деньги. А что еще могу рассказать? Давайте покажу, как можно зарегистрироваться в проекте. Для того, чтобы зарегистрироваться, нажимаем логин, после чего нажимаем зарегистрироваться, указывайте имя. Здесь вам нужно выбрать страну, в которой вы живете, и соответственно указать номер телефона, либо же сразу прописать номер телефона, и у вас выберет страну, через которую, как говорится, вы, где вы живете. Соответственно, email, пароль, повторяете пароль. Здесь вводите капчу, нажимаете зарегистрироваться. Ничего сложного, ребят, в этом нет. После этого заходите на вашу почту, проверяете, если во входящих папке нету, то заходите в папку спам, проверяете, там должно быть подтверждение, для того, чтобы вы могли подтвердить, что это ваш аккаунт, соответственно, через email. Вы подтверждаете и все, вы можете входить в свой личный кабинет. После чего вы можете видеть графики, можете торговать, можете покупать роботов, которые будут приносить вам доход. Биткоин будет падать, либо же расти, вам будет без разницы, вы будете стабильно получать очень хорошие проценты. Если брать то, что куда я заходил, да, то это от 0.9 до 1.1 в день, соответственно. Это, конечно же, очень-очень
круто. Потому ссылочка на проект будет внизу в описании. Кому интересно, заходим, инвестируем, зарабатываем. Вот лично я проинвестировал 19 лайткоинов, это около 1000 долларов. Сейчас я вам покажу, сколько это, ну так, ну хай будет так. Я за неделю заработаю с 1000 долларов от 62,93 до 76,92. Вот так вот это работает. Также вы должны понимать, что в любой момент вы можете забрать свои деньги, закрыв депозит, но при этом вы должны понимать, что если вы заходите на неделю, на месяц, либо же на 24 часа, либо же на 3 месяца, те деньги, которые проект, да, намайнил, вы не получите. То есть вы получите только тело своего депозита. Это должны вы учитывать. То есть если вы открыли депозит на неделю и вам в шестой день понадобились деньги, вы закрываете депозит, получаете свои кровные, да, которые вы проинвестировали, но прибыль вы не получите. Это вы должны учитывать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем больших заработков. Ссылочка на проект внизу в описании. Заходим, инвестируем и зарабатываем. Не забываем о рисках, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока.